Тема Международного дня молодежи 2016 года является на пути к 2030-му. Так сказать, пропустили 20-й год сразу к 30-му. Да, это участники квеста. Ребята, торопитесь, потому что он уже как начался. Все участники квеста, вот где-то там должна быть будка, раздевалка, девочка со сердечком. И туда вы можете уже отправиться. Там будет проходить вся инструктаж или, точнее, старт начала квеста. Все Ну что, добрый день, дамы и господа, присутствующие участники, мне очень... Добрый день, меня зовут Лидия, и я учусь на русском языковом лицее. Это так, как вы считаете? Thank you.